совещании приняли участие сотрудники ГИБДД, городских департаментов транспорта, туризма, администрации Адлерского района и руководители организаций, занимающихся экскурсиями и перевозкой туристов. Предпринимателям рассказали об изменениях правил дорожного движения, технического регламента, напомнили о необходимости иметь при себе документы для осуществления коммерческих перевозок. Особый акцент был сделан на дорожно-транспортном травматизме. Сотрудники полиции отметили, что детей без специальных удерживающих устройств перевозить запрещено. Ответственность за жизнь и здоровье пассажиров несет не только водитель, но и тот, кто выпустил транспорт на линию. Тем же, кто хочет вести свой бизнес по закону, правоохранители и сотрудники мэрии готовы оказать консультативную помощь.